Приветствую! Сегодня будет очередной разговор на видео, потому что снова я решил поговорить с вами по душам. Вы знаете, всегда, когда я думаю о том, куда двигаться дальше, я оборачиваюсь и смотрю, что я сделал до этого. И вы знаете, результаты моей деятельности мне нравятся. Видео об утренней зарядке с Гирей собирает просмотры и уже стремится к отметке в 1 000 000 просмотров. Некоторые ролики тоже подтягиваются и собирают достаточно широкую аудиторию. Но я задумался над тем, какова же все-таки емкость, объем тех людей, которые тренируются, увлекаются и любят гири. Пришел к выводу, что не такая уж и большая. И вы знаете, этот вопрос достаточно комплексный. Я его хочу сейчас обсудить. Во-первых, за последнее лишь время гиря вернулась к истокам и стала собой представлять не только лишь снаряд из гиревого спорта, а еще и фитнес-инструмент. Поэтому и рост ее в цене, и увеличение просмотров на всевозможных площадках. Я решил прикинуть так вот. Гиря может выражаться в 4, она достаточно многогранная, ипостасиях. Первое, это самый первый уровень. Это для начинающих, для реабилитации, для увеличения кондиций людей, которые запустили максимально себя. Второе, это фитнес. Это жиросжигание, возможно, массонабор. Это работа в домашних условиях людей, которые уже так или иначе связаны с физподготовкой. Третья ипостасия – это люди, которые бредят гирей, которые любят, которые пробуют всегда что-то новое, которые делают комплексы все с моего и одного, и второго канала. Кстати, погода вообще не летная, но я еще сегодня хочу записать 5 своих любимых упражнений, но загружу уже на Атлетизм Про, на канал, там где больше о тренинге, все-таки сугубо тренинг. Так вот, эта категория меняется на категорию спортсменов. И гиревой спорт, вот о нем я хочу сегодня подробнее поговорить. Но есть еще одна категория, это люди, их вообще единицы, которые тягают тяжелые гири, реконструируют трюки и упражнения силачей прошлого. И это совсем уже единицы. То есть, если взять по общей массе, то на первом месте люди, которые просто хотят себя привести в форму. Потом уже идут спортсмены, потом идут силачи. И вы знаете, проблема в том, что гирю, как вот это странно бы не звучало, гиревой спорт подкачал. Что имеется в виду? Как правило, тот или иной вид спорта связывают с снарядом, которым оперируют спортсмены в данном направлении. Ну, смотрите, штанга, да, тяжелая атлетика, мяч, футбол, баскетбол, метание копья, это копье, прыжки с шестом, это шест. Гиревой спорт, это гиря. Так вот, гиревой спорт сыграл очень злую шутку непосредственно с нашими любимыми гирями. Во-первых, гири стали спортивные. И если я вот сейчас работаю с аутентичной, царской старой гирей, то весь гиревой спорт рассыпается вот так, в пух и прах. Потому что здесь нет возможности сделать нормальный просол ни для длинного цикла, ни для рывка, ни для толчка. И, соответственно, все наработки силачей прошлого идут лесом, учитывая то, что этот снаряд не приспособлен к такого рода движениям. Следующее, это то, что зрелищность у гиревого спорта, она нулевая. И мы часто видим, как в каком-то зачуханном, потертом спортивном зале только баннера повесят и проводят чемпионаты мира. И для меня, как для любителя гири, это очень обидно, потому что гиря достойна того, чтобы на мировом уровне с топовыми спонсорами иметь возможность максимально ее
популяризировать и доносить до массы людей. Но, зонтик открою, сейчас телефон утонет. Но этого не происходит. Потому что гиревой спорт, три движения, напомню, это у нас длинный цикл, рывок, толчок. Он подразумевает монотонную 10-минутную работу над одним и тем же движением. Да, спортсмены сейчас скажут, что каждый следующий повтор, он отличается от предыдущего, другие мысли в голове, работа на выносливость, характер. Я это все прекрасно понимаю, потому что я многое пробовал делать с гирей. И часто мне задают вопрос, почему ты не в гиревой спорт не подашься. Ну, потому что, ну, мне неинтересно. Начиная от того, что гиря должна быть вылизана, как у кота яйца, намазана магнезией, все равно ты сорвешь себе мозоли, а я мозоли уже насрывался за свою жизнь, занимаясь кроссфитом столько, что мне уже просто жалко свои ладошки. И заканчивая тем, что я не могу одеть чисто даже так вот, ну это тараканы в моей голове, нацепить на себя эти велосипедки обтягивающие. Ну просто вот гиревой спорт, начиная от этих вот повязок а-ля 80-е, на лбу, чтобы под глаза не заливал. Я все прекрасно понимаю. Это функциональная штука. Надо ее одевать, чтобы не отвлекаться хотя бы на то, что соленый пот попадает в глаза. Ну, блин, как же это убого все смотрится, честно. Я не знаю. Мне кажется, что я вот задумался реально над тем, что в гиревом спорте его надо просто оставить как архаизм. И пусть люди, которые занимаются, то в любом случае намного лучше, полезнее, чем заниматься в зале, втыкая в телефон, или бухать, тем более, возле киосков. Но все равно это уже какой-то пережиток. Ну, не будет такой популярности, как была она 20-50 лет тому назад. И надо оставить и подумать, что делать с гиревым спортом дальше. Вот как популяризировать гирю. Зачастую даже приходят такие мысли, что вот смотришь легкую атлетику, ну, прыгают девочки в песок. Никто на это не смотрел, уже всем было неинтересно, пока им не сделали такой, такую одежду спортивную, что попочки просто там съедают эти трусики и все. И просмотров миллионы, то же самое с баскетболом женским. Надо же девочек привлекать к гирям. Все-таки я не за то, чтобы это все свести к чисто девчачьему, скажем так, движению. Но это должно быть, должно место быть, потому что не хочется заниматься объективизацией, но девочки тоже массовый и крутой двигатель любого направления. Поэтому вот гирьку хотелось бы, чтобы еще и прекрасная половина человечества освоила и показывала ее правильно, потому что много смотришь западных девочек, которые работают с гирями, но хочется просто эту гирю отнять и больше в руки ей не давать, потому что это убийство, это какой-то ужас. Вот такие мои соображения по поводу всего. Надо гирю как-то по-другому преподносить, репрезентовать. И с этим я хочу обратиться к вам. У кого есть идеи, мысли по поводу того, как улучшить, как донести людям, как улучшить спорт гиревой, или вообще не гиревой спорт, а другое сделать, какое-то направление, как преподнести гирю широкой массе людей, потому что мы с вами, все, кто на канале, прекрасно понимаем, насколько гиря прекрасна в своем естестве, скажем так. И хочется для нее сделать все, чтобы она действительно по праву не просто в наших с вами головах, а по факту заняла вершину пирамиды фитнес-мира. В общем, вот такие мои размышления. Сейчас промок уже под дождем сидя, и пойду покажу упражнения вам, но посмотреть можете на канале Атлетизм Про. А если, допустим,
вы еще не подписались туда, обязательно переходите, подписывайтесь, жмите колокольчики, пишите комментарии, это помогает продвижению. И спасибо большое ребятам, которые оформили спонсорство. Я это очень ценю, это помогает в том числе продвигать и популяризировать этот замечательный снаряд. Ну, как-то так. На сегодня, ребята, мысли вслух, обо всем понемногу. До скорого. Пока-пока.